Мы сейчас с вами будем писать наконец-то страницу входа. Это довольно просто, но теперь будем собирать. Пару буквально секунд, я вас познакомлю, я продолжаю себе для себя нарабатывать совместное использование Vim и Emacs в виде SpaceMax. Есть прекрасный здесь инструмент Ponymode. Просто файл настроек надо добавить Django и все. Ну, есть описание. Мы сейчас работаем с юзером, поэтому я сейчас перейду в папку юзер, вы там тоже будете. А вообще мне надо другая папка сейчас. URLs. Где settings? И пару секунд покажу. Итак, я активирую виртуальное окружение. С файла я могу активировать его быстрее, запятая www. И оно появилось, если развернуть. Обратите внимание, я так хотел, но это мне удобнее Django работать, больше информации. Я активировал, если откроете Python SpaceMax, я открываю проект «Практика Django» и активировал вот такой файл dir/localhost/l, в котором записано следующее. Это есть, если открыть Python SpaceMax Anaconda. Теперь во всех каталогах моих проектов будет не LSP, а Anaconda. Ну что ж, дальше пару секунд буквально, чтобы вам было интересно, и дальше продолжим работать. Теперь я могу нажать пробел MG, и вот у меня меню Pony Manager, это то есть Mac Immigration, все прочее, сервер, стоп сервер и все тоже прочее. Я наберу M Manager, да, вот команды. Я хочу, если Mac Immigration, Enter, Enter. Появляется shell, и все прошло нормально. Я посмотрю, где у меня курсор. Дальше, следующим моментом. Если, значит, я Escape нажимаю, опять. Сейчас я могу уже активировать, похоже, нет, не могу. Это только с файла. Ctrl-M, G-M. Если не активируется отсюда, это значит надо с файла, значит можно глобальные клавиши посмотреть. Ctrl-C, Ctrl-P, M. Эти должны работать везде. Ctrl-G, если не закрывается, вот это Ctrl-G. Ctrl-C, Ctrl-P, M. И тогда работает. Pony Manager. Значит, аккаунт мне не надо. Я набираю Migrate. И нажимаю Enter. Внизу появилось. То же самое я могу сделать и, например, со статикой. Только надо будет ввести yes. Либо так бы мог просто два раза щелк набрать. И здесь я ставлю и, чтобы войти, набираю yes, и все прошло. Ну, теперь я могу запустить сервер. Нажимаю Escape. Сейчас попробую еще раз M.
G. Надо в файле находиться. Еще одну комбинацию. M, G. И вот здесь есть после MG несколько команд. Мне надо run server. R. И тут у меня появляется новое меню. Stop, restart server и run server. Я нажимаю вот это. Так. Что он мне говорит? Это я тут лазил просто. Ну, это я ошибочно сделал, не удалил. Все, теперь будет нормально. У вас это навряд ли появится. Он говорит, что есть библиотека, чтобы вы знали на, значит, VSGI сервер. А это связано с тем, что я зашел на официальный сайт Pony Django. И просто-напросто установил, откуда эти надписи, чтобы мало дела вам. Там было Pony Lang, то есть даже вот клавишу установил, сейчас попробую, баннер, чтобы были какие-то подсказки по пони. Давайте я попробую сейчас F6 нажать. Если вот здесь нажму. Да, у меня пока там ничего, это для обычного файла, поэтому это мы уберем. Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами займемся авторизацией. Это довольно просто на Django, а я продолжаю все-таки настаивать на том и заинтересовывать вас в SpaceMax. Сейчас я вас познакомлю просто в течение нескольких минут с такой библиотекой, как Pony. Это модуль Django. Единственное, пришлось все-таки мне, ну это тестовый проект, включить Secure Key. Он не видел, чтобы не заморачиваться. Ранее было вот так, да, мы ставили. И есть еще какие-то особенности. Настройка довольно простая. FED файл конфигурации. Переходим вверх, мотаем. Так. Вот. Строка 58 Django. Дальше идем вниз. Здесь я зашел на официальный сайт Pony Django и подключу еще так. Сейчас посмотрю. Как раз хочу вам еще одну фишку показать. Значится некоторые вещи. Pony Banner. Комментирование в SpaceMax очень простое. G. SS. Одна строка раскомментировалась. GSS закомментировалась. Если я хочу три строки, то применяю уже Vim. G.
S3S. Раскомментировались. Escape сохраняю. Значит, если строк много, значит, делаем следующим образом. T, по-моему, N. Да. Значит, смотрите, сейчас у меня подряд все идет. Номера строк. Если строк много, я бы хотел закомментировать, например, вот отсюда и до сюда. Или вот до сюда. Ну, допустим. Значит, я сделаю Ctrl, T, N и смотрю вниз. Relative line number, R. И он у меня становится с первой строки. Вот это я тоже учитываю. То есть, вот тут я хочу восьмая и вот это девятая, девять. Значит, что я делаю? G, S, 9, S. Все закомментировалось. Просто, просто. Удобно, удобно. Раскомментирую. G, S, 9, S. Раскомментировалось. Сохраню. Теперь я с вами открою переход Ctrl-V. H. Здесь, кстати, есть меню, тут и буковки, да, допустим, создание файла CF, Create File, Create Директория, то есть, ну, все вполне понятно. Теперь я вас познакомлю с Django, уберу вот этот файл, а открою, убираю вообще мышь. Так, Shift, это в Linux, Tab, и иду User, мне надо, User Views, вьюха. Теперь подключаю Django, обратите внимание, да, придется вернуться, у меня Anaconda. Это надо набрать SpaceMaxPython, там это будет. Что я сделал, чтобы было Anaconda? Хотя я мог бы lsp-pyrect. Я добавил файл, который называется .dir.locals.l. И там вот такую запись. Anaconda, либо lsp. По умолчанию было бы lsp, но мне Django работает лучше с Anaconda. Сейчас я сделал немножко неправильно. Правильнее будет, что сделать? Активировать виртуальное окружение вообще перед. Я сейчас открываю буфера, Ctrl-B, B, с ними. Вот что открыто, потом удобно работать без всяких этих вот фигней, да? Я зайду в SpaceMax. И правильнее было бы сделать так. Вот я перехожу к проекту. То есть здесь мне надо нажать P и выбрать проект. Нажимаю P, выбираю практика Django, выбралось меню. А вот здесь я тогда что делаю? Надо было бы вообще включить PyVNV Workon, первая запись. И выбираю виртуальное окружение. Сразу для директории. Теперь при открытии файла у меня на user стоит, у меня оно активируется. Сейчас не видно, дайте я сам посмотрю. Да, активировалось. Видно оно в меню, когда полностью открыть. Отлично. Для того, чтобы так активировать, Ctrl-F и D, придется опять вниз. Ctrl-SS. Require Python.
я сделал, кроме настроек, require Python. Тогда можно активировать целыми директориями. Теперь я также работаю Ctrl-BB. Вот последний мой файл, он вверху. И я перешел опять. С буферами удобно работать. Следующий момент. Django, да? Здесь надо открыть Space Max, набрать Django. Там хорошие клавиши. Только надо подключить, а все остальное клавиши. Самый простой модуль предлагают Ctrl-M, G-M. То есть пробел M, G-M. И, пожалуйста, это менеджер. Да, то есть утилита менеджер Py. Mac Immigration. Enter, Enter. Все запустилось. Отсюда я не наберу, допустим, вот это Ctrl-M, G-M. Оно не будет, надо с файла. Тут надо просто немножко попривыкнуть. Но я могу глобальные клавиши набрать. Вот оно. Либо так вот выбрать, либо Ctrl-C, Ctrl-P, M. Давайте попробуем. Пока отменю это. Вот здесь. Ctrl-C, Ctrl-P, M. Набрался. Migrate. Enter. Прошло. Собрать файлы. Собрать файлы. Если здесь, то я могу быстрыми клавишами. Если я в файле нахожусь, то я могу нажать запятую. Значит, высвечивается меню. Как всегда, запоминать ничего не надо. И Django, вон, видите? G, и здесь M вверху, M, Colic Static, Enter, Enter. Сейчас мне надо ввести S, для этого сначала активирую режим ввода, и Insert внизу слева появилось, Yes, Enter, все прошло. Запуск сервера, запуск сервера. Значит, для этого я делаю следующее. Ctrl-C, Ctrl-P-M, наберу глобальное, так как я нахожусь сейчас в shell, да, мне так лучше. И run server. Enter. Здесь есть вариант. Если я наберу вот так и нажму Enter, то, возможно, я получу исключение. Вроде тут его нету. Давайте здесь посмотрим. Нет, не получил исключение. Все нормально. Но если вы получили исключение, то надо сделать следующее дело. Чтобы остановить сервер в данном случае, я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-C два раза. Finish it. Чем крут еще вот эта вот вещь, Pony Django. Здесь можно запускать и настроить localhost. Да, кстати, еще кое-что надо было. У меня не находило. Как вы видите, у меня в SGI немножко поправлен. По умолчанию было Django Setting модули. Давайте я закомментирую, покажу. Теперь мне надо скопировать. Тут я применяю Vim. Хочу вставить в конец следующей строки. Так, стоп. А, в конец строки. У меня так не пошло. Ну, в любом случае, чтобы в конец перейти, я нажимаю опять Vim, команда End. Escape, P. У меня скопировалось сейчас вот эта строка, потому что я одну строку и копировал.
Вообще, значит, что меня это не должно устраивать, поэтому я делаю отмену. Скопирую две строки. Два. G. Значит, and p. Со следующей строки and до конца дошел. Для того, чтобы в начало я нажимаю 0 и убираю x. X. Вот так было у меня. То есть вот это я дописал. Могу удалить два слова. D одно слово. Мало, не. D, V. D, 2, V. Вот так было в практике Django Settings. То есть название проекта. Давайте я попробую запустить Ctrl-C, Ctrl-P, M. Не. Запустилось, но до этого не запускалось. Ладно. Пока оставлю так. Кстати, вот это вот не закомментировалось у меня. Мы уже знаем, как комментировать. GSS. Все закомментировалось. GM. Ну, работает. Но я верну назад настройки, если работать перестанет. То есть вот так оно и должно быть. Единственное, что в данном случае немножко некрасиво, надо было перенести, ну и бог с ней. Все равно, с одной стороны, все верно. Вот мой Pony Manager. Здесь еще есть очень классная фишка. Вот это я, если хочу вообще убрать меню, Ctrl-G и убирается. Очень важная фишка. А это работа с серверами. Я так, у меня здесь тоже сервер. Все наоборот. Ctrl-V. Так. H большое. Перемещаем. Не туда я переместил немножко. Так. Ладненько, пока оно мне и не надо. Но, тем не менее, передвинусь я при помощи L сюда и захочу закрыть. Ctrl, B и вот Kill Buffer Delete, D. Если мне это окно вообще не надо, я могу сделать его просто закрыть. Shift двоеточие, Q. Все. Тем не менее, когда они мне понадобятся, они все есть. Поэтому, по сути дела, когда работаем с проектом, это меню нам не нужно. Чтобы его убрать, Ctrl-P, T. То же самое, чтобы вернуть назад. Здесь я могу набрать, допустим, Settings. Сейчас не набирается, но я на него переставлю. Так. Escape, Ctrl-G, что-то я тут намудрил, Ctrl-B-B. Вот сейчас могу набрать удобно и хорошо. Ctrl-B-B, следующий файл, который нам надо, вьюха. Очень удобно. Теперь по серверам. Если я наберу Ctrl-M-G, то здесь я вижу run сервер, но это уже другие сервера. Здесь уже, смотрите,
Pony браузер, Pony Run сервер, нажимаю U. И тут у меня уже немножко другой сервер, Localhost. И они переправляют куда? UU. Здесь есть хорошая библиотека. Это именно VSGI, да, вот этот сервер. В данном случае его надо настраивать, он у меня не настроен. Отладка, то есть немножко другое, да. Вот тут он у меня показывает, что есть исключение, но это не для этого. То есть тут уже включается localhost. Он сейчас работать не будет, его надо настраивать. Но это говорит о чем? О том, что вы можете работать уже вообще как с полноценным сайтом, ну, грубо говоря, установить. Я в старых курсах Apache или там Nginx. Это не сервер разработки. Но, тем не менее, он тут и останавливается. Ctrl-V. К, так, Ctrl-V, K, перехожу вверх, G, M, стоп, M, G, и опять сервера, и мне надо было установить D, Pony Stop Server, убито. Еще несколько советов. Неважно, где вы находитесь. Если запутались в пони, да, клавиши не надо никакие сейчас запоминать. Нажимаете два пробела и набираете здесь пони мини-буфере. И дальше просто смотрите команды, горячие клавиши, они отображаются. В итоге на самом деле есть всего пару вариантов. Первый вариант — это глобально Pony Manager, то есть работает Ctrl-C, Ctrl-P для режима M. С любого места мы его набираем, не важно, где находимся, в файле или в shell. Ctrl-C, Ctrl-P и смотрим меню. Запоминать ничего не надо. Надо было запомнить Ctrl-C, Ctrl-P. И то не факт. Ctrl-C, и дальше можем уже смотреть, если забыли, да? Ну, вообще Ctrl-P, префикс там написано. И здесь уже мы просто читаем. Pony Manager, внизу слева M. Выйдем. Вторую комбинацию, которую нам надо запомнить, довольно удобную, если мы находимся в файле, то запятую, с запятой много начинается, и читаем уже только запятую нажали и читаем. И видим во второй строке Django, G, и дальше выбираем та команда, которая нам надо. Нам надо, допустим, Pony Manager, M. Все, набираем команду. Я обещал показать, отвлекался, не помню, показывал или нет. Если не запускается run сервер, то делаем следующим образом. Набираем. Все будет окей, да? Только вот сеттинг тут мой высветился. Поэтому, возможно, кому-то поможет. Значит, я иду сейчас. Так, не используем мышь. Как бы этого не хотелось, да? Пробел V. И для того, чтобы перейти влево, надо H, да? Стоп. Почему не пошло? Потому что надо нажать Escape. В терминал. Такой же в Space Max, как и Vim. То есть надо сначала ввести и insert, чтобы писать. Сейчас писать не получится, пока insert не введем. Значит, что я делаю?
нажал Escape, Ctrl-V и влево. А влево 4 клавиши эти. H, G, K, L. Все, перешел. Теперь мне надо... Поиск я не искал здесь, хотя я мог. Давайте попробую Ctrl-SS. Ага, все есть. Но немножко не то. Ну хорошо, я могу из поиска вообще-то найти. И мне надо... Вот так. Ну вот, прямо и попал. Нажимаю. Две строки надо удалить. До этого я D, 2, удаляю. 16-я строка. Можно просто передвинуться 16GG. Раскомментировать. Мог бы просто нажать X и раскомментировать. Но я верну пока. G, S, S. Все. Сохраняю. Сохранил. Вторую строку надо раскомментировать. Не заметил. Навожу на строку, неважно на какое место, этим и удобна эта утилита. G, S, S. Все. Сервер должен перезагрузиться. Вот так. Теперь будет работать. Да, все работает. Дальше. Что вы делаете? Чтобы было удобно работать и на мобильном устройстве, и на компьютере. Ctrl-FF, хочу что-то найти. Я знаю, где это находится. Workroom мне надо. Это мы в школе смотрели. Вот у меня есть директория. Стоп, это не то. Ctrl-FF. Это у меня Vim, спас Vim. Не ту немножко директорию открыл. У меня есть директория Help Vim, Vim Emacs. В Work режиме пишите себе справку, которую вам надо, постоянно обновляя. Все, вы этот файл открыли. Теперь он в буфере. Второй файл хочу открыть. Ну, допустим, Spice Kit. В общем, любые файлы, вы поняли. В чем смысл? Смысл в том, что теперь вы можете работать с буфером. Он у вас открыт, этот файл. Ну, например, я сейчас хочу перейти какой-то файл. Могу найти при помощи поиска. Ну, это долго вижу. А у меня открыт слева дерево. Ctrl-V, H. Мне надо юзер. Ctrl-S, S. User. Так, вот папку я нашел, user, да, давайте попробуем Ctrl-SS. Вьюха. Да, все правильно. Убираем мышь. Вьюха.
Так. Теперь, если мне надо подсказки, я собираю типа себя команд сотни. Ctrl-BB. Ой, не туда. Надо выбрать. Я, похоже, вышел из Emacs. Выбираю. В Linux у меня настроено, в общем-то, главная клавиша и Tab. Какая бы у вас не было, да, я уже в Emacs. Вон подсветилось. Что мне надо? Ctrl-BB. Вот у меня Vim Guide. Открыл, посмотрел, что надо. Если надо, нашел. Ctrl-SS, быстро нашел. Ну, например, запомните, да? Что надо. Вернулся в юха. Ctrl-PT, в принципе, это не надо тогда. Места больше. У вас, по сути дела, в буфере будут открыты файлы. Ctrl-B, и тут есть буфере меню. Окна от 1 до 9. Нажимаем 2, уже перешли в другое. Ctrl-B. То есть вариантов здесь море. Какой? Хочу help. Тут нету, да? Help буфер. Ctrl-B. B открываю буфер конкретно. Settings. Перешел. Тот файл не надо мне сейчас. Пробел V вверх. Можно Ctrl-X 0 закрыть. Все равно он никуда не денется, будет в буфере. Escape. В предыдущем уроке мы с вами настраивали Django Launch, будем использовать. Теперь давайте сделаем авторизацию. Это банально просто. Ну, в первую очередь мы могли набрать Django Auth. Django Auth. Мы сейчас работаем с вами в Django 5, но документация Django 4. Не думаю, что здесь много. Вот объекты, в принципе, долго искать, сделаем немножко попроще. Наберем код. Django. Django. Так. Contrib, я не помню. Вот. Ouch. И нам надо вьюха. Давайте посмотрим, как устроен здесь файл. URL patterns. И мы можем спокойно, если долго крутить, давайте попробуем Ctrl-F в браузере. Надо было полностью набирать. Ну ладно, не поленимся. Login view. Итак, template view и redirect view. Давайте посмотрим код. Вот мы сразу видим, если мы хотим папку по умолчанию, выход, да? Папка регистрация, логит all. Тогда будет вот имя шаблона. А, это logout. А нам надо login view. Папка по умолчанию, если вы так вот сделаете, registration login HTML, то в принципе сразу у вас и будет работать. Дальше, что нам надо здесь посмотреть?
сейчас подумаем. Перенаправление, куда здесь мы можем указать. Вот здесь мы сразу смотрим. То есть, вот смотрите. Открываем наш IMAX. Ctrl-BB Settings. Что там было? Редирект. Так. Ну, давайте посмотрим, что там. Логин, редирект, URL. А у нас что? Да, то есть оттуда мы можем взять сразу и здесь вписать имя любое. Что это значит за имя? Тут уже мышь буду, чтобы вас долго не... Ага, мы сейчас... Допустим, делали. Вот, да, то есть name с URL, name вписываем, любое, которое вам заблагорассудится. Так, поехали дальше. Что мы можем почерпнуть сейчас еще интересного с исходного кода? То, что нам надо сделать форму, это понятно. Стоп. Проверка формы и свалит даже как. Сказали, ну, в принципе, это могут сейчас видео разные люди смотреть. Я в школе требую, чтобы люди понимали исходный код. А тут уже, в общем-то, что нам надо сейчас понять? Понять следующее, по сути дела, с параметров вот этих по умолчанию мы смотрим. Ну, это откуда будет браться. Форма аутентификации, значится нет, то есть хотим делаем, будем делать, будет хорошо. Шаблон представлен, мы можем любой указывать сами, но по умолчанию. Редирект не обязательный, пока false, но будет true у нас. По сути дела, каких-то требований вообще никаких нет. Ну, единственное, что сейчас вот полезное мы узнали, что можно поставить в настройках логин редирект. Пока все остальное нас, в принципе, особо не касается. Поехали дальше. Грубо говоря, все банально, тупо и просто. Ну что ж. Сейчас давайте, что делать. Нам надо, чтобы вот весь этот файл у нас вообще был. Что для этого надо сделать? Для этого идем в URLs и пишем следующее. Раньше такое писали, сейчас это хорошая практика, раньше это такое писали только, когда NumPy использовали, как пространство Riemann, грубо говоря, использовать, а сейчас везде. Поэтому там, где мы были, from Django URLs стоп. Да, все правильно. Нет. URLs при чем здесь? From Django country мы были. Country. Ouch. Правильно, правильно, мы там были. Что, смотрите. Импорт. И пишем as.
То есть как? Раньше это использовали, в основном говорю, с NumPy, Pilov и так далее. А потом додумались. Это не так много лет назад додумались. As, ну как модуль называется? Ouch. Поэтому так и пишем. Ouch view, да? Это нам очень удобно. Теперь мы можем обращаться ко всему файлу, ко всем тем классам, которые есть. Что мы дальше делаем? Все то же самое надо сделать теперь. Нам сейчас не надо, но на будущее я покажу. Мы сейчас вообще не будем вьюху нашу трогать. Но давайте сразу ее тоже импортируем. То есть и наш view. Мы сейчас занимаемся юзерами. Импорт наш файл. То есть мы не пишем так, from и относительно. Мы вообще делаем по-другому, как здесь. Вот, модуль, да, мы видим, действительно это модуль. As. И у нас модуль называется user. Значит, и будет User View. Вот теперь у нас все правильно. Теперь мы создали, грубо говоря, если так попроще быть, да, два пространства имен, к которым можем обращаться вот так, и это использовать. Теперь нам ума много тоже не надо. Так. Идем в тот файл, где он там делся. Нам, в принципе, логин view, это нам и надо. Значит, ну что ж, давайте соображать. Пишем, осознанно пишем. Итак, патч написали, да? Ну понятно, что имя какое поставим. Ну, логин вполне понятно, другого не придумаешь. Слэш поставим. Следующее, что нам надо поставить. Думаем. Значит, в любом случае, вроде мы обращаемся. Нет. Мы сейчас будем обращаться к тому файлу в браузере, который мы смотрели. Поэтому пространство имен это ставим. Ауч. Правильно? Ну, конечно, правильно. Ауч view. А мы должны импортировать тот модуль? Навряд ли. Я не думаю. Я не думаю, ведь мы же создали пространство, которое обращается. Пока мы не будем заморачиваться. Давайте думать дальше, что делать. Дальше нам мы сейчас посмотрим. Логин view, вот мы посмотрели. Логин, дай бог памяти. Вот так. Логин view. Дальше. А дальше все-таки действительно. Стоп. А дальше мы ставим следующее. Следующее. Что же мы следующее будем ставить? Асвив получается, да?
Да. Потому что нам надо будет проверить методы, да? Вот мы с вами раньше разбирали, что это будет проверять все методы. Давайте сначала поставим template name. Там мы видели, да, было template name. Присвоим значение. Давайте сначала по умолчанию поставим. Вот тут у меня лишнее. Так. Вот это лишнее. Так получилось. Всегда надо ставить запятую, это надо взять за привычку. У нас же шаблон. Посмотрим просто по умолчанию. Он остался. Раньше был у Django шаблон по умолчанию. Ну, в принципе, давайте чего-нибудь вообще-то запускать. А вот тут нам надо еще кое-чего не хватает, мне так кажется. Вам не кажется? Хорошо бы написать name. Мы же должны потом будем как-то описывать, как обращаться к этой переменной, к этому e-mail. Чтобы нам обращаться к этому e-mail с других мест, нам надо его как-то обозвать. Поэтому поставим запятую и сделаем name. Присвоим значение. Ну, логин, ну, как есть, по-другому тут не назовешь. А вот чего-то не хватает, такое ощущение. Ну ладно. Запускаем то, что мы научились, менджпай. Ага. Нам надо быстрее исключение. Да, я забыл про тот файл, то, что мы были. Так, а где я ищу? Не, надо было, видно, перезагрузить. Ну что ж, делаем по-другому. Ага, сейчас все сработало вообще-то, я не посмотрел. Ouch view. Так, ну, все хорошо. Сейчас это хорошо уже. Дальше нам совершенно неинтересно. А он говорит, что у нас исключение в строке 22. Все правильно. Здесь я переделал, просто не посмотрел сразу. Ну что ж, пошли. Пошли. Найдем в буфере. А что нам надо? URLs практики Django. Вот он и стоит. Ну, давайте думать, чего здесь не так. Ну, вижу я уже ошибку. Ага, а кто ж будет это дело у нас делать немножко по-другому? Так. Вот здесь я допустил ошибку.
Нам надо, сейчас мы уберем это. Не может импортировать, ну понятно. Сначала надо исправить то, что есть. Берем. И немножко мы здесь. У нас же ASView это метод. Вот он здесь описан. Да? То есть ASView мы его изучали. Он проверяет методы. И этот метод у нас получается сюда всунул. Ну, просто, грубо говоря, невнимательность. Что тут скажешь еще? Здесь вот так. Стоп. Здесь немножко у меня стоит по-другому. Поэтому придется сейчас вот так выкручиваться. В итоге у нас получилась одна лишняя. Так. Теперь смотрим. Сохраним. И давайте смотреть, чего сейчас. Теперь он у нас пишет все то же самое. Давайте пройдемся по трассировке. Что мы хотим увидеть? Давайте-ка еще такую вещь сделаем. Можно было бы, конечно, запустить. А здесь у меня не запустишь сейчас. Ну, не будем сейчас заморачиваться на отладке. Понятно, URL.conf. Это понятно. Ну что ж, хорошо. Вот он нам подчеркивает. Давайте, вот смотрите, зачастую бывает, ну, туда-сюда клавиатуру, русскую букву, ну, бывает, поставишь. Хотя, не факт. Давайте попробуем обратиться к LSP, может, он нам какую-то информацию даст. Вот мы видим красное, да, у меня. Fly check. Error. Лист. Ну вот. Ну вот теперь мы больше имеем информации, вполне конкретная. Синтаксическая ошибка, вполне понятно. Теперь. Давайте сначала первым делом мы вот это уберем. Проверим клавиатуру. Так, это нам не надо. Не то нажал. Ну и что ты мне говоришь, что я не так набрал? А я допетил, что я не так набрал. Подождите, а как он будет знать, что откуда? Не, я действительно... Это прекрасно, что я так набрал, на самом деле. Действительно, синтаксическая ошибка. А файл-то мы не указали. Ну, бывает такое, да? А вот здесь написано правильно. То есть, сначала сам модуль, а потом как его рассматривать. А здесь я такого не сделал. Поэтому все верно. Ну, бывает такое. Да, вроде вот... Так вроде правильно. Сохраняем. И сервер наш загрузился. Это можно закрыть. Теперь мы открываем наш сервер. И вводим... логин. Но мы, заметьте, мы шаблон не делали сейчас. Ага, но его нету.
Раньше, это нам надо создать директорию туда, мы могли сделать вот так, да? То есть действительно мы указали, это будет по умолчанию. Хотя на самом деле мы можем куда хочешь его засунуть, куда хочешь засунуть. Ну давайте-ка мы сделаем вот так. Для того, чтобы это мы по умолчанию, оно, видите, пишет, ну нет шаблона, и здесь все банально просто. Открываем последнюю строку и видим следующее. А где нету расположен, да, так все вроде все правильно. Но это и так мы знаем, потому что мы его не делали. Поэтому мы здесь делаем по-другому. Я это делал для чего? Раньше действительно были шаблоны, по-моему, где-то я читал, что их убрали с какой-то версии по умолчанию. Поэтому сейчас удалю это слово dv. Папка у нас будет user. Правильно? Или неправильно? А вот неправильно. Наверное, неправильно. Users. Их же много пользователей, не один. Сейчас давно правильно. Итак, template, users. Вот эта папка. Директория, потому что ранее в так, стоп, так, вот так. Ранее templates. Мы что указывали? По умолчанию начинать с папки templates. Это говорит о чем? О том, что все папки проекта под названием templates, хотя можете указать там другую, но я все-таки это не рекомендую делать. Вот это хорошая продуманная система. Начинают там называть папку как-то по-своему, а потом открываешь проект и хрен его знает. Единственное, что вы делаете, я всегда ребятам говорю и сейчас говорю. То есть создали папку templates, так как мы ранее в настройках указали templates, и это значит все, любые папки проекта templates, шаблоны будут искаться там. Единственное, что вы вот в проекте users создали папку templates, и в ней создаете директорию users, то есть чтобы создать новое пространство имен. Тогда никогда не запутаетесь. И хвостов не надо каких-то вот здесь ставить. Почему? Да по одной простой причине, потому что, ребят, смотрите, как здесь, чтобы вам было понятно, templates project, там база, да, то есть вы будете уже соображалка работы, где находится. Всегда для себя логику оставляйте. То есть нет смысла указывать все там в файл настроек, чтобы там, а потом прописывать, а потом репу чесать, где что. Сейчас у нас получается в папке users, продолжаем imx, создать create файл. Вот нам предлагают выбрать директорию, создать файл, логин. Логин HTML. Мы его создали и можем открыть. Все отлично. Дальше вы можете взять абсолютно любой шаблон. Ну, я, допустим, возьму вот этот шаблон, который там у меня открыт. Вы можете взять мой шаблон, можете найти в интернете.
Здесь все будет просто. Это у меня программа, поэтому вот будет такой логин, а остальное мы сюда допишем. Я сейчас все это сделаю, но поймете, да? Придумаем сейчас страницу. Потом захотите, украсьте, как хотите. Ребят, видео будет длинное. Сейчас я еще кое-что покажу. Перейду в директорию. Значит, сразу скажу, в школе видео по 10 минут. На YouTube я делаю длинные видео. Потому что у нас еще есть одна маленькая вещь сейчас. Так вот, урок будет длинный на самом деле. Потому что мы еще рассмотрим несколько принципов, прежде чем доделать. Первое. Евгений спросил, недавно пришел человек в школу, и вот я ему дал первое задание. Потом он высмотрел следующее, да? Не могли бы вы объяснить пункт 8, с какого кода надо идти в доке, да? Это называется система работы с кодом. То есть надо идти от своего кода в документацию. Допустим, Евгений сейчас изучает функции, он будет идти в документацию Python. Аналогично я покажу здесь. Потом мы усмотрим PyLookup для того, чтобы было удобно идти в эти доки. И работа на исключениях. Обратите внимание, до этого я очень интересно вам рассказал такую простую вещь. Вот здесь я не поставил, да, вьюху. Я думаю, что вы поверили. Так вот, исключения, мы с вами дальше рассмотрим, какие могут быть исключения. Это и есть принцип, который вам поможет, который, что и должен делать, идти от кода в доки. Иными словами, мы с вами рассмотрим, что если мы взяли конструкцию сейчас вьюха, то мы ее должны понимать. Не так, что написали бездумно, а пишем, потому что так показали. А один раз разобраться толково. И эта конструкция будет пониматься. Ну что ж, идем дальше. Я скопировал страницу, сейчас будем делать, хотя она там нам и не нужна, могли бы ручками написать. Bootstrap проект сделал, вы можете скачать где хотите. И вот у меня есть здесь страница логин. Открыт с помощью Emacs. Я с нее возьму следующее. Мы с вами уже это не первое приложение пишем. Мне надо выбрать то, что мы между тегами body и body. Так как это SpaceMax, то что я делаю? Я вас все равно приучаю к SpaceMax. Ctrl, то есть пробел T, N и выставляю relative. И вот у меня, мне надо, учитывая вот эту строку, до 14, то есть 15 строк. Значит, что я делаю? Правильно. Копировать, 15, копировать. Сейчас посмотрим. Теперь идем в наш логин и вставляем P. Ну, давайте запустим нашу страницу, посмотрим, чего там получилось. У нас появилось сообщение. Вообще не должно быть сообщения такого, потому что, видно, мы не перезагрузили. Или я не сохранил. Это совершенно не важно. Она и так есть. Значит,
Идем в наш URL. Так. Идем в наш URL. Так, вроде все правильно. Так, сохраняю. И что у меня там с сервером? Сервер у меня запущен. Можно было выставить автосохранение, но это сами. Вот здесь есть автосохранение, просто можно почти сразу, но я так сторонник. И все. То есть страница появилась, все у нас заработало. Осталось только шаблоны добавить. Ну, давайте их добавим. Но прежде нам бы надо было кое-что рассмотреть. Кое-что рассмотреть. Вернемся сначала к AS. А вот нас интересует сейчас AS View. Python Space Max. PyLookup. Есть тут или нету? В общем-то, он должен стоять. Space Max. Вот он. Как вы видите, я постоянно работаю в документации. С чем бы я ни работал. Вот здесь написано PyLookup Update. Это нам и надо. Сейчас будем делать магию. Использовать PyLookup вот так. И сейчас будем делать магию. Зайдем на сайт Django. И откроем документацию. Django.tests. Так, нам это не надо, нам надо сама документация. Именно отсюда. Не то. Нам надо, чтобы ссылка Django документация. Вот так. А здесь мы сейчас, мы уже 5 изучаем. Сейчас посмотрим. Ну вот она. Скоро будет, в декабре, сейчас нету. Возьмем эту ссылку. Нажмем 2 пробела. И вот здесь у нас было PyLookup Update. Так, стоп. Так, вот так. Update. И здесь я вставлю эту документацию. Так, стоп. Здесь хорошо, если бы я сразу в терминале открыл, то было бы Shift Insert сработал. И нажимаю Enter. Так, load index from есть. А вот теперь давайте проверим магию. Давайте проверим магию.
Идем в наш Templates и нажимаем As View. Так. Дальше. А дальше у нас было Ctrl-M, H, Stop, PyDox, M, H, пробел, то есть M, H, H. Пробел M, H, ага, вот. PyLookup, lookup. И немножко не то. Ну, сейчас мы еще по-другому сделаем. Ну, тем не менее, все класс. Открываем. И вуаля. Вот так вот. Чудо, да? Вот тут как раз-таки моментально мы добираемся туда, куда нам надо. Можем подключить здесь, и то есть Ctrl-F нажать As View. И мы с вами это изучали. Итак, вот сейчас прямой ответ на вопрос Евгения. Что значит идти от своего кода к документации? Сейчас мы закончим страницу. Вот здесь мы видим, что URL. Значит, в данной ситуации нам надо открыть URL-диспетчер. Кроме этого. Открываю документацию. Открываю URL-диспетчер. URL.conf. И вот здесь у меня уже есть, что значит я должен сейчас для себя выяснить. У меня стоит две задачи, чтобы стать профессионалом жанра. Задача номер один. Если я с этого мы вообще начинали, ребят, школы. Если вы это упустили, я специально повторяю. Если мы пришли в URL, значит, нам надо разобраться в структуре, чтобы мы понимали логически, что куда добавлять. Вот здесь как раз тот случай, когда мы вас в view, в который мы никогда ничего не добавляли практически, добавили. Да? Все это описано здесь. Да? И устраняем первый пробел. Доматываем до AsView, который все пишут. И вот здесь вот видим метод. То есть, что это говорит? Это говорит, что надо ставить со скобочками, если это метод. Представление AsView метод, скобочки. Вызываемое представление, которое принимает запрос, возвращает ответ. Ага, наконец-то, да? Многие даже первый раз узнали, Django уже давно знают. И дальше поехали. Пока даже на этом случае, значит, давайте разгребать-то вот эту кашу. Итак, для себя начинаем соображать. Сначала идет строка, это то, что будет отображаться в браузере. Это нам вполне понятно. Это у нас тип данных строка. То есть, разобрались.
Второй момент. С какого модуля или по-простому файла? В данном случае мы импортируем, если мы переходим к тому же Django, дублируем код, при этом если мы открыли, да, в данном случае Django Auth, то в принципе нам бы было тоже все понятно. Это вот вверху написано Django Concrete Auth, то есть сам путь. Иными словами, для того, чтобы пойти в код, ума много не надо. Нам уже рассказали. В код Django Contrib Auth. И вот здесь файл вьюха. Вот этому файлу нам надо получить доступ. Иными словами, если мы открываем, то получается... А, вспомните, да, я сделал. Вот с этого момента надо запоминать. Развиваемся мы только тогда, когда мы работаем с исключениями. Если у вас, вы просто делаете, о, скопировали, да еще и работает, ребят, вы просто-напросто выбросили время. То есть, Жень, теперь тебе начинает становиться понятно. Я иду от кода к документации и разбираюсь в конструкции раз и навсегда. Чтобы мне было понятно, где найти, посмотреть. И еще я показал, допустим, в SpaceMax, это можно посмотреть. Я не знаю, будет ли здесь магия работать. У меня анаконда, то есть. Сейчас попробую. Может быть, и не будет. Оп! Магия сработала. Мне не надо далеко идти, но тут просто-напросто немножко оно Python for lead flycheck. Ладно, приостановлю. Да нет, я думаю, дело в том, что LSP подключился и требует, чтобы это при помощи LSP поиск. Так, и вот я хочу увидеть то, что я хочу видеть. Сейчас объясню. Еще раз, Ctrl-O, и я должен возвратиться назад. Да, только, похоже, я немножко... перебрал не туда. Теперь я еще раз попробую туда, куда мне надо. На ас поставлю. Ну, немножко перескочил, сильно уж глубоко он копнул, поэтому я останавливаться не буду. Тут просто показано, как запросить объект. Мне это не надо пока, поэтому Ctrl-O я нажимаю назад. Но тем не менее, давайте пойдем дальше, прежде чем. Итак, строка, то есть имя, браузер видимые. Дальше идет... файл, да, то есть модуль, которому принадлежит вот именно это представление. В данном случае у нас Auth View, мы сделали вот этот же модуль именно с вот этого View. И представили его как Auth View. Мы можем обращаться теперь при помощи этого Auth View к любым классам. Что очень удобно. Следующий компонент у нас идет, следующий, это уже идет метод. Как правило,
давайте-ка мы кое-что увидим. А увидим мы следующее сейчас. Я думаю, мы сможем это увидеть, если мы сделаем вот так. Значится GS3S. Я пока закомментировал, чтобы мне не нарушить. Теперь скопирую. И нажму. И вот сюда вот вставлю дальше, да? А теперь вот это вот, которое я по-новому вставил, я раскомментирую. Он нам понадобится. Итак. GS3S. И вот это я могу поправить. Сейчас я собираюсь вот отсюда все это дело удалить. Мало? Мало. И оставляю ASView. Вот эта скобочка мне тоже не нужна. Вот так было бы обычное представление. Единственное, чего не хватает, здесь скобок. Частая ошибка, которая здесь будет встречаться. Это Евгений приходит тогда, когда человек не понимает разницу, и для него это буквочки, да? Для вас не должно быть. Поэтому надо ходить в документацию. Ну что ж, сервер у нас должен работать, потому что мы пока не обратимся к странице, он и будет работать. Давайте смотреть. И тут мы получаем исключение, которое, знаете, ребят, для тупых, да, но которые тупые знают, куда смотреть. Вот когда вот так написано, мы посмотрим, сколько паникеров-то в строке, в этом, и люди бегут, да. Это говорит о том, что можно сказать об этом человеке. Ну, давайте перечислять. Первое. Не изучал правильно Python. Не работал с документацией. Копирует код. Здесь это то, что я в школе говорю, дело сначала. Вот, Евгений, вот вы получили первое задание работать с функциями. Вот и работайте. Вот будете работать правильно, не будете тратить время на пустоту, да? Потому что здесь написано «для дураков». Если этот человек получал на первом этапе исключение вот по этим вещам, а тут давайте добавим. Документацию не ходил, что такое ASView не знает, как работает Python функция не знает. Иными словами, что делать? Программист. 100% программист. Ребят, да бля, буду. Программист 100%. По 50, по 500 строк кода копируют. Ребят, ну это ж не дело. Это издевательство. Ну давайте читать ответы. Это вообще будет очень интересно. Даже иногда находишь ответы на, допустим, целые дискуссии. А все в памяти, там, как хранится тип, там, да, или там, есть он там или нету, C++, то есть. ASView пишет, не принимает, он принимает аргументы ключевого слова. Верить или не верить, это наше дело. Давайте посмотрим по документации. Жень, вот понимаешь, вот так нельзя верить. А нам надо пойти в эту документацию и посмотреть. Ах. Вот, не соврал. Здесь написано, только именованные. Вот ты же изучаешь функции, будешь изучать хорошо и будешь понимать со временем. Все правильно написал хлопец. Только именованные. Эта задача должна была решиться сама собой. Ну что ж. А,
Здесь он получил ошибку исключение типа, да, действительно описано. А что он сделал? Давай посмотрим. Еще старый URL. Ну, вы поняли, да? Пока мы даже не будем дальше разбираться, потому что надо хотя бы азы понять. Итак, отлично. И мы получили исключение, которое вы будете получать по неосмотрительности, по незнанию. Ну, давайте разберем это исключение. Странно написано. А там ли мы смотрим? Вот, ребят, смотрите. Сейчас показываю. Вот смотрите. Вот тут человек пишет. Я сейчас просто покажу. List view. Если по документации as view, так вроде как и не принимает. Ну хорошо. Да, а давайте-ка сходим мы в исходный код. Зачем? Сейчас поймете. Где-то у нас был открыт. Открываем. Мы вообще для начала... Мы будем логин view. И вот здесь все становится на свои места. Все становится на свои места. А что должно становиться на места? На самом деле мы посмотрели, есть ли тут init. Его нет вообще. И вот эта ошибка на самом деле не так и проста, как кажется. Ведь на самом деле вы знаете, хотя ответ всегда пишется в первых строках. Смотрите, вот они скобки, да, метод. Это когда человек... не понимает разницу между методом, переменной, он не знает, да, куда смотреть. И Django не знает, и Python не знает, документацию не знает, иными словами, ни хрена не знает. А разобраться-то надо, разобраться один раз всего лишь. Но тем не менее, ошибка исключения типа. И вот как интересно получается. Оно пишет правильно. Оно пишет сейчас exception value, один позиционный аргумент, а задано надо два, а у нас один. И вот смотрите, что получается. Ведь мы-то сейчас знаем, вы знаете, что в данном случае у нас вообще нет. Да? У нас сейчас... as view без скобок. Он не указан как метод. И при этом не присвоен, то есть, если бы мы говорили, если вы скажете сейчас, что ну, в Python ведь можно применять переменные, можно, когда они чему-то там присвоены. Да? Чему он у нас присвоен? Ничему. Поэтому, по сути дела, неизвестно что. А его задача проверить вот этот вот метод, login view. Один метод проверяет второй. Но он сейчас у нас, мы не можем сказать, что мы можем здесь использовать его как переменную, иначе бы он сработал. По одной простой причине, потому что она ничему не присвоена. Можно было, да, если усложнить. Значит, давайте дальше разбираться, в чем же здесь собака порыта. Давайте попробуем вообще сначала, что нам предлагает вывод. Вот тут у нас уже интересно, у нас есть такая интересная вещь, да, мы устанавливали с вами умную. Здесь можно as view, допустим, request посмотреть, да, если устанавливали. Я уже забыл, как называется. И вот мы смотрим, да, в принципе, человек, который понимает, что у нас здесь пустое все, да, ничего не передается. Давайте дальше изучать как-то документацию и что-то еще с нее
вытянуть. Давайте попробуем открыть, как правило, последний. Да? Последний открываем и смотрим. Что же нам здесь видно, если... Женя, это я для тебя говорю. Сегодня это сложно, но потом будет. Итак, на самом деле мы видим первую строку, где нам красноречиво говорится. Первое слово очень красивое, очень приятное. Мы на правильном направлении, которое написано «bound». Связанный метод «with of you». Для... После этого урока вы будете читать. То есть тот файл, где мы были, требует проверки. Каким образом, какой проверки вьюха требует? Потому что это базовый класс Django Complete Login View. Ну вот этот вот как раз таки то, что мы и пишем. Callback аргумент, argquars, ничего нету у нас. Что у нас здесь еще? Request, ведь открыта страница, правильно. Ответа нет. Нет. Ну правильно. Тем не менее, сам по себе объект существует, тут и не стоит сомневаться, потому что Login View находится внутри, мы его сами видели, но существует. Поэтому связанный метод вот здесь, он есть. Да? В чем же собака порылась? Что же тут нам надо понять? Давайте откроем предыдущий. Ребят, на самом деле, конечно, я сейчас залезу глубже, чтобы вы понимали, но все дело здесь в том, что человек просто Python правильно не изучал. Вот здесь написано, еще раз возвращаемся, я не зря возвратился, bound метод. И после этого идем, читаем определение связанного метода. Иными словами, этот метод должен быть связан с какими-то данными, да? Это раз. А вот если взять эту страницу, видно, тут вполне возможно, невозможно, что человек указал, на самом деле надо было в диспетчер залезть, но дальше пошли гадалки. Убедитесь, что asView со скобками. Пиздец. А у него как? То есть ответ от балды, да? Посмотрел, один не понимаю, второй не понимающий. Работает, для чего она нужна, не принимает позиционный. В общем-то, отгадали каким-то образом, угадали. И нашелся человек, который просто знал, что писать. Он не стал объяснять, но сделал все правильно, да? То есть... asView оставили так, но на самом деле то один человек, который понимал, да, что, о чем писать. Ну что ж, давайте мы еще глубже. Вот у нас стоит, куда нам надо идти. Генерик базы view. Ну пошли. Джанго. А что там было? Джанго вьюха, да? Джанго вьюха. Генерик. Базы. И нам надо найти view. Вот здесь мы находим что-то. Наверное, мы, скорее всего, найдем, как ни странно, тот этот метод. И давай-ка мы смотреть. Итак, базовый класс, от которого все идет. Дальше все расставляем по своим местам. Первое, что мы с вами посмотрим, какие вообще есть здесь атрибуты. Мы видим, что HTTP принимает все. GET, POST, PAT и все запросы. Следующим мы посмотрим INET.
Вот здесь уже в init мы видим то, что будет инициализироваться, передаваться в другие классы. Действительно, любые именованные параметры передаются, то есть любые именованные аргументы передаются этому параметру. Что описано, скорее всего, будет сразу, да? Может содержать дополнительные аргументы и другие вещи. Посмотрите аргумент слова, сохраните значение и так далее. Ну, это мы поняли. Теперь нас интересует сам метод asView. Вот мы его находим. Читаем. У разработчиков Django всегда есть очень четкое объяснение. Основная точка входа запроса-ответа. Отлично. С этим мы разобрались. Вернемся к AsView. Я потом покажу, куда проще, но уже если я занялся, давайте так. На самом деле, мы должны были обратить внимание, что AsView ничего не возвращает. У него всего лишь две проверки. Я постоянно людям говорю, ребят, в школе, учитесь с исходного кода, как проверять. Здесь конкретно идет две проверки тип error. И проверки на что? Проверяет только имя. Имя. Все. Значит, есть еще, если копнуть. А мы можем копнуть не так глубоко, но на самом деле мы докопаемся еще до двух методов. Setup и dispatch. Мы их тоже изучали. И вот здесь начинает открываться интересное место. Дальше, пока мы не пойдем, нам это сейчас просто не нужно. И вот дальше, знаете, начинаются приколы, хохмы. Но ты как Django изучаешь? Сколько классов сегодня прошел? А тут для тупых написано, да? Для тупых написано. Следующее. Переведем. Следующие три класса представляют большую часть функций, необходимых для создания представлений Django. Вы можете думать о них как о родительских представлениях, которые могут использоваться сами по себе. Да? Многие встроенные Django представления на основе класса наследуются от других представлений. Поскольку эта цепочка очень важная, классы предки документированы под заголовком MRO. И можно смотреть. А я не зря ведь сказал. То есть, что здесь написано? Говорят, слышишь, дурак, слышишь, баран. Тебе надо изучить всего лишь разобраться в одном классе с методами. Все остальные классы, там, list, view и другие, писать по одному и тому же принципу. Иными словами, тебе надо разобраться с тремя методами. Вот здесь это написано. Но читать же не умеем, правильно? Это мы тоже, ребята, в школе разбирали. Давайте это вынесем и разберемся. Уже до конца, уже, если бы Бусуновский взялся. Значит, мы с вами выяснили, что на самом деле ошибка то из-за непонимания чего? Из-за невнимательности это, да, ошибка. То есть мы выяснили, что сам по себе AsView, он ничего не возвращает. Он только проверяет. Проверяет, но это метод. А мы с вами метод не указали. Да, вроде метод, но ничего не указано. Тогда давайте разбираться дальше. Давайте возьмем setup и dispatch. Итак, и самое интересное, что оно тут написано, да, как это происходит. Да, возвращает вызываемое представление. Ну каким образом? Давайте посмотрим. Вот тут становится все на места.
задействованы еще два метода. То есть диспетч выполняет инициализацию представления. Вот нашего в данном случае класса, да, который принимает запрос. И далее мы видели там в коде, что любые запросы принимаются. Дальше не полезем, этого достаточно. А теперь посмотрим диспетч. Стоп. А мы же диспетч смотрели. А нам надо было посмотреть, какой метод. Диспетч и сетап. Сетап выполняет цивилизацию. Да, немножко. Диспетч, все правильно, диспетч. И вот тут становится все на места на этой строке. При определении вы должны вызвать супер. Иными словами, здесь написано, что диспетч, то есть метод супер, указывает нам родителя. Иными словами, если быть попроще и не вдаваться в подробности, а с VIF подключились два метода и сказали «родитель во сейчас». Во он этот родитель. То есть там мы это можем найти, но будем немножко попроще говорить. Я так понимаю, что Django разработчики четко понимали, хотя мы с вами видели, что сам по себе ASVIEW ничего не возвращает, но они не стали на этом заморачиваться, а написали просто, чтобы не объяснять очень долго диспетч и сетап, они написали все проще. Вызывает представление, которое принимает запрос, возвращает ответ. Гениально просто и гениально классно. И далее пошли. В request мы уже не полезем. И так далее. Но дальше у нас все становится на места. Если мы опять откроем сейчас наше представление, то нам надо все-таки понять, а почему же мы написали, а тут написано, что один позиционный параметр, да, а надо два, а мы вообще ничего не делали. Тем не менее, учитывая, что мы вырыли с документации, если мы посмотрим два следующих метода setup и dispatch, то здесь действительно принимаются абсолютно любые вещи, и позиционные, и именованные. А запрос вообще идет, request, как self. Так получается у нас. Иными словами, вот эти два параметра, которые не досчитались. И если рассмотреть с этой позиции, то получается у нас должен быть запрос и должен быть ответ. И вот сейчас, если мы посмотрим с этой позиции, с этих знаний, то уже, в принципе, все и понятно становится. Вот здесь, если мы смотрим, то ответ, да? Ответа нет. Вот он. Респонс нет. А request, то есть то, что мы ввели в браузере, есть. Нет ответа, нет второго. То есть никак нельзя передать. Давайте возвратимся сейчас к тому, что я открыл. И читаем, да, эту вот чушь, да, и вот такой на переполнении стека чуши очень много. Убедитесь, что указали, ну, это правильно, там вот это у него указано, он сказал, убедитесь, вот у него указано, он сказал, убедитесь. Не принимает позиционные параметры. Ну, нашлось человек, который просто тупо выложил код, который работает, знает или нет. Но давайте мы все-таки разбираться, и теперь у нас с документацией все
становится на места. Когда мы посмотрели исходный код, оказывается, от нас тут вообще ни хрена не зависело. На самом деле. Итак, метод asView на самом деле вызывает в первую очередь то, что от нас вообще не зависит. Иными словами, когда представление вызывается во время цикла запрос-ответ, метод setup назначает HTTP request. Мы уже в него не полезем. Setup. То есть и виды реквестов, да, там они были перечислены, когда мы в начале. И дальше происходит следующее. А метод setup, то есть setup, стоп. Сейчас, чтобы вас не запутать. Метод setup, вот так лучше сказать, назначает HTTP request, то есть кому назначает. Когда мы открываем setup, то мы видим, что setup на самом деле что делает? Он инициализирует диспетч. А диспетч тыкает пальцем. Тогда как мы смотрим, что диспетч вызывает супер. Иными словами, что происходит на самом деле? Когда вызывается asView, то один метод тыкает пальцем, то есть через супер, что работать вот с этим. И назначаются два параметра, которых нам не хватает. Запрос-ответ, и от которых нас не зависит. А вот что от нас зависит, это дополнительная информация. Но так как мы указали это как переменную, то сейчас ему непонятно. Хотя в самом методе, когда мы логин вью смотрели, здесь было все красноречиво. Я могу опять применить магию SpaceMax, который вам обязательно понравится. Навожу на логин вью, беру, жму запятую GG и перехожу, пожалуйста, вуаля, прямо в исходники. И здесь было красноречиво написано, что вообще мы можем здесь применять, кроме всего прочего, в разных классах, по-разному. Поэтому нам еще надо будет пойти в URL. Вот здесь написано, мы смело можем указывать темплейт таким образом. Дальше. И все другие параметры мы можем тоже спокойно указывать, если понимаем, о чем речь. Это раз. Не будем перезагружать ваши головы, перейдем назад. Итак, здесь становится понятно. Теперь, когда вы это понимаете, в принципе, начинает понятно, что делать. Аргументы получаются из запроса, да? Идем в базовые шаблоны. И здесь мы можем уже посмотреть диспетчер. И посмотреть вообще, промотать, поискать ситуации, если хотим побыстрее. Здесь есть разные примеры.
Давайте попробуем найти какое-то что-то приближенное к нам, потому что я пока вижу функции. Значит, возможно, нам придется пойти в классы. Потому что если мы хотим, допустим, указывать, можно указывать спокойно и словари, но не в этом случае, не с классами в данном случае. Тогда мы можем поискать по-другому немножко. Вот так, например. И вот в первую очередь находим наш пример, ну, похожий, да, template view. Это не логин, но по этому же принципу сделанный, где уже четко указано template name, вы уже это видите, да. Давайте еще мы могли указать в теле класса, да. Нас интересует AsView сейчас. Так, ну дальше пошли уже представления. Хоть как я ни старался попроще, все равно получилось, видно, сложно. Но тем не менее, давайте теперь смотреть. На самом деле ответ был у нас перед носом. На самом деле ответ был у нас перед носом. Теперь давайте кое-что проверим. На самом деле, какой урок надо извлечь из всего? Первый урок — надо научиться смотреть вверх файла, что это, что там и что у тебя написано. Мы сейчас осознанно не ставили скобки. Теперь давайте кое-что проверим, просто поставим без ничего скобочки, сохраним, и сервер запустился. Это вполне понятно, потому что страницу мы не открыли. И давайте посмотрим. Абсолютно верно, мы должны получить второе исключение. Тот шаблон, который мы видели по умолчанию, его нет. Нет шаблона. Но здесь мы уже с вами можем решать. Понимаем, о чем речь, да? Если мы видим незнакомые слова, registration login, значит, это по умолчанию гарантировано. Здесь не надо гадалки ходить. Просто он у нас не найден. Если бы у нас был найден, мы бы сейчас создали страницу registration login, то было бы все нормально. Но мы с вами решили написать по-другому. Давайте еще одно посмотрим исключение. То есть, как вы поняли, что AsView, вот эти все ответы на переполнение стека, это полная чушь, да, допетрили, да, что вот эти два запроса, которых не хватает, да, на самом деле они не имеют отношения как к нашему коду никакого. А к нашему коду вот не указали шаблон, он показывает шаблон. А так, на самом деле, все будет хорошо. Ну, давайте еще мы template name user. Вот и все. Больше ничего указывать не будем. Сейчас попробуем открыть представление и перезапустить.
Сервер перезапустился, абсолютно верно. Наша страница не имеет никакого отношения к работе сайта. Мы получаем тоже исключение, нет шаблона, в принципе, вполне понятное. Template name, указан юзер. Но его нету. Опять смотрим первую строку, которая красноречиво почему-то странно очень совпадает с нашей, да? Дальше, что бы мы ни писали, все будет выдаваться. То есть начинают выдаваться совершенно реальные ошибки, исключения, да, только которые касаются нас. Теперь все должно быть нормально. User login, что мы там не сделали, мы сейчас посмотрим. Я понимаю, что мы не сделали. S надо добавить. Итак, мораль той басни такова. Изучать надо, ребята, и разбираться. Если разбираться, а не нести, извините меня, херотень, да? То есть сейчас вы увидели, что на самом деле здесь будут выдаваться наши исключения. Но когда возникает, если исключение возникает не по ошибкам, то будет там всего две этим. Типы, тип эра, да, потому что они там вбиты. Это мы с вами коснулись совсем вершинки, но, по крайней мере, хоть немножко у вас появилось представление. Это же все будет относиться и к другим классам. В школу приходите, там будем разбираться. Уроки Джанго, сейчас мы с 5 работаем. Ну, давайте уже допишем наш этот шаблон. Получилось очень, очень наполненное занятие. А вот это наш шаблон. Мы туда чего-то там накидали, но пока он не будет отображаться. Форма будет, возможно, другая. Добавим два шаблона. Не два шаблона, а вообще. Templates, это наша папка. Projects, база HTML. Я там не вижу. Ладненько, пусть будет так. Загрузим Crispy Forum. Это все в уроках есть. Это просто занятие, чтобы чуть-чуть стать грамотнее в Джанго. Мы с вами с Crispy Forms работали.
Так. Далее. Добавим. Надо еще достраивать. Мне поэтому руками пишу. Социаль. Аккаунт наш, социальный аккаунт из Django Launch нам понадобится потом. Можем добавить блок title. Ну, а вообще дальше то, что мы и делали, то, что нам надо. Блок контент. Идем вниз и закрываем. Ой. Теперь посмотрим, чего вы там нагородили. Так, ну это нам, в принципе, уже и не надо. Так, ну все, все сработало. Давайте попробуем войти. Только вот это все поубирать. А, это не будет работать еще форма. Мы же форму не ввели, конечно, не будет работать. Оно как будет работать, если это форма их? Оно просто отобразилось. Что я делаю? Вот эта форма нам нафиг не нужна. То есть от сель вот до сель, до закрытия формы, нам надо удалить. Ну. Так. Relative numbers. И нам надо удалить до четвертой строки, то есть 5 строк. Ой. Все. Удалили. Дальше мы можем уже писать нашу форму. Следующим образом. Укажем action. Укажем action. Следующее, это у нас будет строка. Следующее, что мы укажем, метод. Ведь мы будем с формой работаем методом post. То есть мы его не видим. То, что мы видим в строке браузера, это get. А то, что мы не видим, это post. То есть через, будем, грубо говоря, пароль или через ключ, вот как, чтобы вам было понятнее, проверять. Дальше давайте добавим то, что касается Django, CSRF токен, то есть ключ, который будет проверять как раз эту форму. И добавим. С
CSRF токен. Следующее. Давайте-ка мы сделаем так. Добавим переменную. Слушайте, а форму-то мы не писали. О, это в школе. Уже надо еще форму написать. Крис Пай. И что дальше? Дальше могли бы сделать красиво. Пусть будет так. Логин. Легенд. Так, что дальше? А дальше надо было бы добавить к этому поле set. И определить класс, который уже есть готовый, групповые формы. Так, что-то не то. Не то. И так будет правильно. Оно две кавычки поставило, одну удалим. Так, чтобы ориентироваться по строкам. Нам обычные абсолют. Нам надо к 19 строке перейти. И со следующего поля будем писать. Закрыли. Ну, работать не будет. Класс же я забыл про него. Ну, да ладно, цель была другая. Так, давайте-ка мы сейчас посмотрим, чего у нас там есть. Кнопки не хватает, по-моему.
надо сохранить. Так, ну вот что-то появилось. Кнопки не хватает. Допишем кнопку. Так, 20-я строка. И дальше будем писать кнопку. Это у нас будет button. Класс. BTN. Ну. Да пока просто напишем, чтобы время сэкономить, потом все поставите. Серенькую поставим пока. Так, давайте закроем. Укажем тип. Submit, чтобы нажималось у нас все. И нажал. Button. Давайте посмотрим. Так, надо вторую было пооткрыть тут. Абсолютно верно. У нас все это есть. Формы-то у нас нет. Мы еще не написали. Уже в следующем уроке будем писать. Как-то я выпустил из вида. Ага. Не писали. В следующем уроке. Просто копирую сейчас нет смысла. Ее надо написать осмысленно. Ну, тут еще не все. Тут нам надо еще для Django Allowed, пока я просто сейчас ставлю, это уже объяснять буду позже. Итак, сейчас только скажу по этому, что добавил. У нас будет еще дальше Django Allowed, через Google будем входить, либо через GitHub, либо там чего захотите. Тут сами будете править. Есть сайт imageicon8.com. В принципе, ребят, иконки можно брать и отсюда вставлять туда как ссылки. Там разные хватает иконок на все случаи жизни. Это имейте в виду, просто я не зря это показал, да, мы можем вставлять image как ссылочка, допустим, Google лого, да, и не заморачиваться на этом и получить такие вот вещи, да, совершенно нормально. Так, ну что ж, видите, сколько времени надо разъяснить, но разъяснить и то мы коснулись, учитывая совсем-совсем немного всего. Каких-то пару действий сделали, можно было пролететь. Но если делать кропотливо, то, ребят, ну, тогда приятно писать с пониманием. Ну, а вы на будущее себе посмотрели следующие вещи. Ну, наконец-то
Женя узнал, да, что примерно представляет собой работа с документацией, исходным кодом. Вот тут неправильно написано. Не, там не то. Так правильно должно быть. Что такое вот этот пункт 8? Следующий момент. Узнали, что работа с исключениями — это и есть настоящая работа программиста, чтобы чему-то научиться. Это второй момент. Ну и посмотрели возможности SpaceMax, потому что возможности огромные. Просто когда в расслабоне сам себе, тогда там щелкаешь, клацаешь, оно все это классно работает. Ну, конечно, попроще, наверное, уроки в школе. Уроки в школе по 10 минут я делаю. Но, тем не менее, начал с Django 5. И сейчас нам, оказывается, действительно надо писать форму. Ну, я думаю, вот эти знания вам помогут больше не получать глупых ошибок по принципу писать классы, начать. Но когда такие знания суммируются, как в школе с уроков, да, то и получается такие вот вещи. Как пишут, да, Александр Смелик. До этого не очень получалось. После вашего курса пришло озарение. Теперь я кайфую от документации Django и Python. Она просто эталон по сравнению с другими языками. То есть человек начал понимать документацию, что есть приятно. Мы, конечно, сегодня глубовато копнули, я согласен, но и то не было времени, чтобы там толком все побыструхи. Но, тем не менее, это все понимаемо на самом деле. Просто надо не оставлять. И если, допустим, идти Django в школе от нуля, начиная, да, с 4, потом 5, тогда будут немножко другие знания. Тут кусочек. Я хотел SpaceMax показать, я хотел, чтобы вы поняли простой принцип, на примере Евгения, что взяли вот эту вещь, и надо разобрать один раз и навсегда, чтобы потом с закрытыми глазами писать и не думать. Если чего-то там не хватает вас в Vue, то, по крайней мере, в другой ситуации что-то может другое быть, да? Но принципиально будет примерно то же самое. То мы можем поставить сюда какой-то, в некоторых вещах даже метод можно будет прописать, я не помню там всего, да, в разных методах, но понятно, что стало понятно, что исключения выдаются, просто тупо не поставили, если исключение, если не так написали что-то, тоже исключение тоже получим, а наши исключения мы будем получать только тогда, когда мы будем сюда вписывать то, что надо в каком-то классе. Вот, в принципе, пока и все.